Итак, тема нашего диалога – это кто кем хотел стать в детстве. У меня были разные этапы моей жизни. В момент до 5 лет я очень сильно хотел быть циркачом. Хотел выступать в цирке, хотел быть акробатом, причем не простым, а типа силачом, такой, поднимать типа девушек. Вот. И я действительно этим занимался, у меня почему хорошая растяжка, типа, да, было такое дело, но потом я понял, что что-то не окей. Где-то до 10 лет я хотел быть очень сильно машинистом. Я до сих пор люблю ездить в поездах, я очень обожаю запах поездов, звук, как колеса едут по рельсам. Ты водил когда-нибудь? Поезд? Что-нибудь? Да, машину, я умею водить машину. Какую? Я учился в Белоруссии у покойного брата моей бабушки. Мы с ним катались по Белоруссии просто. А на тракторе Белоруссии? Белоруссии без трактора нельзя. А там был трактор, да, моего дяди, это дядя считается. Там был трактор, но трактор я не водил. Я водил старый Volkswagen с этой, ручной коробкой. Сколько тебе было? 16. Ну, это давно, по-моему. Ну, я все равно еще помню, как водить. На бухую голову недавно пробовал, получалось. Вот. А потом, где-то до 20 лет, я хотел стать киберспортсменом. И, в принципе, здесь я достиг каких-то высот в играх. Киберкотлетой? Да, киберкотлетой. Я в играх зарабатывал на Warcraft, поэтому, в принципе, можно сказать, что это тоже сбылось. А сейчас я хочу научиться любить себя. Сейчас ты уже много кем стал, между прочим. Много кем стал, да. И просто хочется... Вот сейчас мечта стать просто счастливым человеком. Все. Это примерно моя история. Очень мило.